Тимон! Правду ты? А ты кто? Посмотри, Симба. Симба? Да! А как же ты? А как же ты? Откуда ты взялся? Надо же! Как я рад тебя видеть! А эй, я как что рада. Все это значит? Почему ты здесь? В каком смысле я здесь? А почему ты здесь? Эй, что все это значит? Тимон, это Нала, моя лучшая подруга. Подруга? Да. Эй, Пумба, иди-ка сюда. Нала, это Пумба. Пумба, Нала. Очень рад познакомиться. Я тоже рад. Очень приятно. Стоп, стоп, тайм-аут. Надо разобраться. Ты знаешь ее, она знает тебя, но она хочет съесть его. И все считают, что это нормально? Или я что-то не понял? Успокойся, Тимон. Когда все узнают, что ты все это время был здесь, и твоя мама, что она скажет? Не нужно ей это знать. Никому не говори. Но ведь у нас все считают, что ты погиб. Правда? Да. Шрам рассказал нам про то стадо. Ах так. А что еще он говорил? Какая разница? Ты жив. И значит, выходит, ты король. Король? Леди, это какое-то львиное недоразумение. Король, ваше величество, припухаю к вашим стопам. Прекрати. Не припухаю, а припадаю. Не стоит, он не король. Или... Нет. Симба? Нет, я не король. Я хотел стать королем, но это было очень давно. Я что-то не пойму. Ты король и не сказал нам об этом? Слушай, я ведь все тот же. Но у тебя власть. Извините, вы не оставите нас на минутку?